здравствуйте! Несколько месяцев тянется судебный процесс между Юлией Барановской и ее бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным. Ведущая Первого канала и ее адвокаты подготовили иск с требованием повысить размер алиментов на троих детей Андрея и Юлии. Дело в том, что ранее Аршавин отдавал Барановской и ее детям ровно половину своих доходов, но когда суд пересмотрел порядок перечисления алиментов, Аршавин стал отдавать лишь 3/8 своих доходов. Причина следующая. У Андрея есть еще ребенок от последней жены Алисы Казьминой, а по закону один из родителей не может платить алименты более чем в половину своих доходов. Юлия и юристы пытались оспорить данное решение суда, однако последнее заседание по этому делу ни к чему не привело. Юрист Барановской Владислав Подшибякин сообщил, что хотя суд не удовлетворил прошение Юлии Барановской, они с коллегой будут подавать новые жалобы. Юрист заявил, что на практике иногда бывают исключения, когда общая сумма алиментов может доходить до 75% всех доходов, и такое решение часто бывает юридически обоснованным. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!